Сегодня в Ямальской-Сабете запущена в работу вторая очередь завода по сжижению природного газа «Ямал-СПГ». В торжественном мероприятии принял участие глава Министерства природы Дмитрий Кобылкин, в Рио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов и руководитель «Новатэка» Леонид Михельсон. Запуск первой линии завода состоялся в декабре прошлого года. В целом же проект предусматривает строительство трех очередей завода мощностью 5,5 миллионов тонн СПГ в год каждая и четвертой мощностью порядка 1 миллиона тонн. Запуск второй очереди был произведен со значительным опережением графика почти на полгода. И сегодня же в Сабете состоялось подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Ямалом и «Новатэком». Напомню, компания планирует выход на территорию Тазовского района в связи с запуском «Артик-СПГ» и «Артик-СПГ-2». В качестве компенсации предполагается поддержка общин коренного населения, финансирование жилищной, культурной, социально-экономической и благотворительной деятельности.